Практически во всех уголках Дагестана за несколько лет были открыты центры традиционной культуры народов России в рамках реализации приоритетного проекта. Хасавюрт не стал тому исключением. Центр начал функционировать с 2015 года, основная деятельность которого направлена на воспитание в подрастающем поколении чувства патриотизма, уважения к разным народам, любви к творчеству и традиционной культуре. По словам директора Зелимхана Хангиреева, на базе центра открыты кружки, где главным образом молодежь может раскрыть свой творческий потенциал. Для этого созданы все необходимые условия. Кружок барабанщиков открыли, вокальный детский открыли мы, он уже стал даже народный вокальный детский коллектив. Потом также открыли старший вокал, взрослый вокал. Вот. Есть кружок слова, где читают стихи. Вот. Готовим ведущих, готовим артистов для профессиональных коллективов с детства. Основной упор в работе делается на развитии хореографии и вокала. Ярким примером служит творческий коллектив «Мелодия». В своем творчестве ансамбль хранит и развивает традиции дагестанского национального вокального искусства. За годы существования ансамбля любимые мелодии народного края были услышаны не только в России, но и за ее пределами. Туда входят песни не только на каком-то языке, на всех, можно сказать, на всех языках Дагестана, да, проживающих наших, сколько у нас, и наварские, лакские, даргинские, кумыкские, лезгинские, в общем, все песни. У нас ансамбль «Мелодия» так и называется, поэтому ансамбль, потому что мы в основном работаем над песнями все вместе. Песня, как я уже говорила, песня – это жизнь моя. Я себя не представляю без песни, я вообще уже очень, я в искусстве уже 40 лет. Он с Алимханом Зулхановичем мы начинали, и по сегодняшний день мы с ним вместе работаем. Вот. Без песни я не представляю свою жизнь. Искусство танца очень многогранно и уникально, где хранится самобытность народов, населяющих Дагестан. По словам хореографов, в исполнении номера каждый солист должен прочувствовать музыку. Воспитание творческой личности – это долгий и кропотливый труд, отмечают наставники. Но я всегда говорю, что артистом стать – человек, если он не трудолюбивый, он не может артистом стать. Если человек умеет красиво танцевать, я говорю, он в любой сфере может работать. Но каждый руководитель, если человек в молодости, когда он сам танцевал, если он был, например, лирик, например, в лирическом плане, или он трюкач, ну, в каком-то плане он сильнее был, когда смотришь на его коллектив, там видно будет его работа. При центре также работает и музей, куда регулярно приходят школьники, студенты и воспитанники детских садов и социальных учреждений. Кроме того, на сегодняшний день активно идет работа по реконструкции зрительного зала в европейском стиле. За несколько лет существования Центр традиционной культуры народов России в Хасавюрте достиг многих успехов. Это неоднократно доказывали творческие коллективы, которые становятся победителями всевозможных конкурсов и фестивалей республиканского и международного уровня. Бика Сулейманова, Пирмагомед Пирмагомедов, информационная программа «Пульс».